Более 120 тысяч человек пришли проститься с погибшим главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. На данный момент только по предварительным подсчетам более 120 тысяч человек, говорится в сообщении представителя администрации по состоянию на 11 часов утра. Практически вся площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка заполнена людьми. Проститься с товарищем также пришел министр доходов и сборов, заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев, пострадавший при теракте, сообщает информационный портал «Новости Донецкой Республики». Это первое появление министра после взрыва в центре Донецка 31 августа, унесшего жизнь главы ДНР.